Спасибо большое, Марина, за то, что вы пригласили меня принять участие в вашем замечательном форуме. Я хотела бы всех поздравить с профессиональным праздником. Сегодня мы обсуждаем библиотеку и книжный мир в новой реальности. Мне кажется, что библиотека и время – это понятие метафизическое. И какое время, такая и библиотека. И сейчас библиотека перестала быть просто хранилищем культурных ценностей. Библиотека стала социальным хабом, концептуальным пространством. И я, как директор по социальной повестке форумов Росконгресса, считаю, что обсуждать место библиотек и музеев в нашем современном мире – это очень актуально, чрезвычайно актуально. И, конечно же, мы планируем развивать эту повестку. Сегодня вот сказали, что книжные магазины станут социальным предпринимательством. Мне кажется, что это было бы просто, ну, замечательно, потому что, опять же, как развиваются книжные магазины? Они превращаются в концептуальные пространства, где можно почитать книгу, выпить кофе, купить какие-то модные гаджеты или фэшн-аксессуары. И это те самые тренды, которые нас волнуют и которые необходимо поддерживать, развивать, перенимать и мультиплицировать. Вот сейчас, во время пандемии, мы переключились на благотворительность. Сейчас в рамках акции «Мы вместе» мы набрали порядка 100 миллионов на помощь врачам и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. И в связи с этим у меня возникла мысль, что сейчас, когда все это благополучно, дай бог, закончится, мы приступим к благотворительному проекту для помощи библиотекам. Ведь это совершенно нормально, что библиотеки привлекают помощь крупного бизнеса, помощь частных пожертвователей и в виде пополнения коллекций библиотек, и в виде материальной помощи, а также наоборот оказывают грантовую поддержку обучающимся, чтобы они имели возможность приехать и написать свои научные работы. И, конечно же, как социально ориентированный фонд, мы очень заинтересованы в развитии этих направлений и со своей стороны всячески будем участвовать. Приглашайте, пожалуйста, нас. Спасибо большое. И я еще точно знаю то, что сейчас оформляется партнерство фонда Иносоциума и там через Роскультцентр, и ведется работа с Российским книжным союзом. Да, это с чего я начала, это я поблагодарила, что вы вовлекаете нас во все эти активности. Вот сейчас у нас в процессе развития проект Art Team, который мы ведем совместно с Роскультцентром. Это программа формирования кадрового резерва в креативных индустриях. Сейчас проходит конкурс. Мы собрали более 300 заявок, но это, в общем-то, сейчас только верхушка айсберга, потому что основное – это образовательные интенсивы, которые мы планируем проводить, я надеюсь, и на наших форумах, и вне их. И как раз, мне кажется, здесь инфраструктурные возможности библиотек нам тоже могут очень помочь. А еще вот сейчас радостная новость, что подтвердили эту книжную ярмарку на Красной площади. Я надеюсь, что также подтвердят наш Creativity Week Festival, который мы планируем провести в парке Горького, опять же, сообща с Роскультцентром, в сентябре. И одной из отраслей, которую мы планируем представить, это будет, конечно же, книжная отрасль, библиотечная отрасль. Там мы постараемся показать современные тенденции и привлечь молодежь к формированию этого нового трека.